Друзья, всем доброе утро. У нас прошел дождь. Земляничка скоро появится. Мои помощники здесь. Дождь прошел прекрасный. Воздух такой чистый-чистый. Я никогда не слышала такого тихого города, как сейчас. И давным-давно не было такого чистого воздуха. Город есть город, а еще большой город. Но сейчас птички поют. Жду этого пиона. Земляника – это как сорняк. Если не поставишь ограждение, она абсолютно все везде. Мы вот таким ограждением укрылись от нее. Уже ползет. Вот так вот забили в землю на 5 сантиметров. Мурка. Девушка коллективная, общественная, контактная. Это тут помидор длинный. Рассада была высоты 1700, вот это он. Ну, что такое? А это наши. Уже приходят в себя. Солнце их немножко пожарило. Ну, пришли уже. Это наша контактная кошечка, которая уже спокойно заходит в дом. Становится она у нас. Она ручной была. Вот, идет рядом, как собачка. Идем посмотрим, как там наши инжиринки. Редис громадный. Но некому есть. Инжиринки. Укропчик уже прекрасный. Дождик только прошел и моментально все. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите сообщения, ставьте лайки. Хорошего вам дня. До новых встреч в эфире.